следующая остановка. Кинотеатр Таджикистан. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны при переходе к проезжей части. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Школа имени Алексея Валерьева. Уважаемые пассажиры, не забывайте оплачивать свой проезд. На линии работает контроль. Штраф за безбилетный проезд 1000 рублей. Штраф за неправомерное использование социальных карт 2500 рублей. Следующая остановка. Микенинский проезд. Уважаемые пассажиры, будьте вежливы.